Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. У нас три охника сразу, три победителя прошлых недель. Наконец-таки получат свои плюшки. Вот один из них, русский сервер G-Grim. Вот так вот у него аккаунт называется. В общем, поехали, посмотрим, что за аккаунт. Молодой аккаунт радует, когда без донатов мы решаем девственности. Так, испортили. Сейчас мы испортим этот аккаунт. Так, окей. Сцена номер 2, увеличенный вариант. Я надеюсь, у меня там ничего не поменялось. Так, первый. Готов. Первый готов. Так, что мы имеем? Поздравляю, у тебя наконец-то есть. Ну, на таком молодом аккаунте такой герой, я думаю, это более чем достаточно для начала, обалденного начала аккаунта. Ну, Огника, тем более это русский сервер, ребят. Отлично. Блин, ну, конечно, целый месяц они нас мурыжили. Просто пипец. Так, окей, а что по плюхам? Сейчас мы плюшки пооткрываем. Коробочки, отлично. Так, смотрим, что у нас по коробочкам. И камешки есть, отлично. Посмотрите, вообще песня. Песня, а не аккаунт. Вот тут. У него тут пятерок, кстати, хватает. Бастион. Ну, в общем, с этим, думаю, он уже сам потом разберется. Но, блин, для такого аккаунта реально огонь. Давайте баст вторым поставим. Скин же тоже есть. Мы его, конечно, качать не будем, потому что не хватит нам кгшек на этом аккаунте. Такс. Коробок хватает у него теперь. Теперь только получать новых героев и тратить коробочки. Ярость небес. Замедление. Ну, кстати, что я спешу? Замедление. Стрелок же есть. На архидемона самое то. Для бездоната тем более. Стойкость. Ну и все, на этом остановимся. Дальше он уже сам себе будет расстанавливать. Поехали, еще испытаем удачу. Так, увеличили количество мест. Капитан Дрейк, Триант, нифига себе. Ну, рандомчик. Командора Фрея, блин, они здесь есть. Обалдеть. Просто обалдеть. Блин, Капитан Дрейк. Это такие герои выпали, блин. Это любому без донату было бы вообще. Капитана Дрейка, кстати, нет. Блин, обидно, конечно. Так, а Триант есть? Посмотрим, или Триант. Трианта тоже вроде нету. Хороший аккаунт. Так, ищем. Где-то вон внизу, по-моему. Трианта тоже нет, отлично. Супер. И маскировочка упала, нифига себе. Круто. Очень круто. Так, маскировка. Еще и зефирку сейчас пойдем с вами набить. Может, там еще какие-то плюхи получим. Книжечки, отлично. Одна зефирка, опять книги. Еще одна зефирка, опять книги. И еще, блин, 10 зефирок, отлично. Огонь, ребятушки, 2 зефирки. И 5, ну, блин. Так, и у нас еще попытка была. Отлично. Просто супер. Сколько у него зефира?
45. Блин, ну что я могу сказать? Отлично. Так, первый аккаунт. Счастливчик, реально. Так, отлично. А что там у нас на фрейке? Фрейя. А фрейя у него без скина. Вот так вот. Ну, маскировка пока пусть висит. В общем, это был первый аккаунт. Поздравляю, поехали на следующий акк, ребятушки. У нас вас, как обычно, в лукасике. Так, следующий аккаунт, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот этот. Я могу ошибаться. А могу не ошибаться. Так. Да, это второй аккаунт у нас. Смотрим, что у него тут есть интересного. Так, немножко донаты уже есть. Что по героям? Так, по героям. Ну, по героям тут нормально не хватает. Ну, доната мало. В общем, ладно, поехали. Поехали портить и этот аккаунт. Обалденный сегодня день, конечно, то, что продают. Ну, конечно, месяц, ребят, целый месяц. Приходится ждать. Но я ничего не могу сделать. Это русский сервер. У меня в основном все русские ребята, кто играет на русском сервере, выигрывают. Поэтому очень мало кто на англичанке. Так, отлично. Отличненько. Такс. Это у нас второй аккаунт. Что тут есть? Сразу же обменяли. По героям. Зефирки немного. Еще по огнику. 15 осколков всего. Так, герой. Поехали, поздравляю. 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 Давайте сразу же откроем плюшечки. Ой, отлично, отличненько, отлично падает просто. Супер. Поехали сразу же, ребятушки, сразу же. Поехали ролить. Посмотрим на эту удачу. Да, здесь как-то менее удачного. Ну, бульдозер. Рыцарь тьмы. Да ладно, и за 150. Дед Мороз. Ну, хоть Дед Мороз. Хоть не так скудненько. Так, окей, поехали, поехали, поехали. Парящий остров. Плюс 40. Так, КГшки, карта смены, две зефирки, 50 книг, одна зефирка. Ну-ну-ну, давай, еще одна, еще одна, еще две по 5, отлично, супер. Ну что, поздравляю, тоже, в принципе, довольно-таки неплохо. Конечно, это не 10 за бесплатку, но все равно неплохо. Так, поехали на нашего огника, посмотрим на эту красоту. 50 коробочек здесь поменьше коробочек у нас упало. Так, ожог. Воронин уже с ожогом. Здесь тоже, как видите, героев не так уж и много. Жесть. Давайте будем ролевыми. Так, отлично, просвет. ТУшка. ТУшку тут тоже некому ставить. Так, замедление. То же самое. Ну, мы вытащим хоть один топовый талант для огника. Ракушка. Телушка. И еще просвет. Ладно, оставим на этом. В общем, такой вот у нас был второй аккаунт. И поехали, ребята, на третий аккаунт. Радует, радует, что такие аккаунты побеждают. Там не супер-мега-донатные. Потому что как бы конкурсы для всех одинаковы. Такс. Такс. Что тут у нас? Второй аккаунт. Вот такой вот.
Трепетливый вот такой вот аккаунт. Доната тоже не так уж и много. Отлично. Поехали сразу же. Сразу же забираем плюшки. Так, отлично. Экран и поехали. Поехали. Бесплаточка. Сейчас по-любому вытащим какую-то имбу. Я даже не хочу. Седнушка, ведьма, фараон, бульдозер, королева гарпий. Ну, седна это, в принципе, довольно-таки неплохо. Дракос. Ну. И химка. Ну, все, я оставлю это его самоцвета, не буду их тратить. Вот так нам для трэша. Сколько нам тут трэша надо? Так, парящий остров. Окей, КГшечки. Поехали. Ух ты, насыпала нам. Ух ты, ёхты, 43 осколка у него. Ну, я считаю, довольно-таки неплохо, удачно. Такс. Забрали. Еще наборчик. А нам все не влезло. Невозможно получить, не хватает, наверное, места на складе. Давайте плюс 5 слотов сделаем. Так, окей. Поехали. Тык-тык-тык. Книжки. Тоже неплохо. Так. Поехали, посмотрим, что у него по героям. Седна нужна, не нужна. Седнушка у него есть. Отлично. Поехали дальше. Открываем огника. Вот он, огник. Так, ну давай, бастион, отлично. Все, дальше я не буду ролить. Скин он, давайте откроем еще скин. Ну, первый, потому что КГшки в здание можно ребятам покачать. Остальные тоже, ребята, подкачайте себе здание. Потому что там должно нормально это выпадать. Можете и силушку поднять. В общем, вот так вот, ребятушки. Вот так вот три победителя у нас есть. Еще постараюсь сегодня одного, если успею выбрать. И, возможно, сегодня его осчастливлю. Пишите, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.